кто там? Гости! Программа Валерия Семина. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире русский народный телеканал «Жар птица», программа «Гости», я ведущий Валерий Семин. Сразу начну с почетной обязанности. У нас в гостях Елизавета Козлова. Привет, Лиза. Здравствуйте. И Ульяна Синева. Лиза приехала к нам из Краснодарского края, а Ульяна живет в Москве. Я хочу, девочки, вам вручить эти дипломы. Это на канале «Жар птица» был конкурс, который назывался «Юные народники». И поэтому, Ульяна, тебе. Спасибо. Лизочка, тебе. Спасибо. Поздравляю вас, дорогие телезрители, бурные продолжительные аплодисменты. Девочки, расскажите, вот, как прошел конкурс, что вы исполняли? Давай, Лиза. Ну, я исполняла на конкурсе песню «Тимоня». Мы записывали ее в нашем парке в Анапе с руководителем. И вот очень долго ждали результатов. Сначала я думала, ну, все уже, как бы ничего не будет. А потом оказалось, что первое место. Ну, обрадовалась очень, потому что никогда не снималась в таких передачах. Опыт будет. Очень прекрасно. Ульяна? Я исполняла песню «Комарики». Рядом со мной стоял мой музыкальный руководитель. Мы исполняли это тоже в нашем парке рядом. Было интересно поучаствовать в конкурсе. Дорогие друзья, в эфире русский народный телеканал «Жар птица». И мы продолжаем нашу программу. Лиза, ты приехала из Краснодарского края. Да. Город Анапа. Да. Солнечный город. Расскажи, занимаешься давно ли, где? Да, я в детстве очень любила петь, и родители отвели меня в детскую школу искусств номер один. Там меня прослушал мой педагог Савченко Алина Викторовна. Вот, она взяла меня петь в хор, и через год я уже начала петь сольно. А вот скажи, то есть в детстве, то есть сейчас ты уже взрослый человек? Да, я уже пою седьмой год. Седьмой год поешь? Да. Молодец. А что ты сейчас нам исполнишь? Я исполню песню «Казачок». Давай. Да не знаешь, казачок знает вся планета. Индус и француз пляшут танец этот. Мы давно дружим с ним и плясать готовы. Но казачка молодым нужен танец новый. Играй, гармони, золотые планочки. Ты играй, веселей, спляшем мы кубаночку. Мы спляшем. Играй, гармони, золотые планочки. Ты играй, веселей, спляшем мы кубаночку. И кубаночка круг подбоченись вышла. Thank you.
продолжаем нашу программу. Ульяна Синева, город Москва. Вот разница, смотри, Ульяна, а ты была в Краснодарском крае когда-нибудь? Нет. Нет? Что, то есть на море не была? А, была, только не в Краснодарском крае. Да. А где была на море? Ну, во-первых, за границей, потом мы ездили в Саратов. В Саратове нет моря. Да. Там Волга. Я к чему рассказываю? Просто вот вы две сидите, да, две девчонки, примерно одного возраста, наверное, ну, плюс-минус, да, и вот чувствуется человек с юга и человек из Москвы. Ты расскажи, где ты занимаешься? Я занимаюсь в своей школе, в которой учусь. Это школа 2006. Музыкальный руководитель Галина Сергеевна Краснова и Виктор Павлович Краснов. Занимаюсь я примерно 5 лет. Изначально занималась, ну, просто сама пела, а потом меня отвели уже в школу. То есть ты ни на каком инструменте не играла? Нет. Вот решила петь? Да. А почему вот именно песни народные? Не знаю, прям в душу как-то впали. Душу впали? Да. А как они тебе впали? Расскажи, это же интересно. Ну, у меня мама и бабушка пели в хоре. В народном? Да. И иногда слушала народные песни, и мне очень понравилось, хотела сама петь. А вот скажи, вот твои сверстницы, кто в школе с тобой? У меня в классе есть две девочки, которые поют со мной в хоре. Потом, ну, в параллели, старший класс. А, то есть у вас школа, она как бы такая не общеобразовательная, да? Нет, общеобразовательная, просто у нас в самой школе есть коллектив, бабушка. И туда, кто хочет, записывается. То есть это хорошо, потому что обычно либо это специализированная какая-то школа, либо вот какие-то отдельно стоящие. А вот чтобы в общеобразовательной школе были профессиональный почти хор, да? И руководители профессионалы. Да, заслуженная артистка России. Очень, очень хорошо. Что ты нам сейчас поешь? Я, наверное, спою «Комарики». Да. «Комарики». Поехали, Ульяна, «Комарики». Продолжаем нашу программу «Гости» на русском народном телеканале «Жар-птица». Сегодня Ульяна Синева, город Москва, и Елизавета Козлова, город Анапа. Вот две разные девчонки абсолютно по характеру, чувствую, серьезные, а другая такая вот улыбчивая очень, хотя она тоже улыбается. Но самое главное, что их объединяет, это любовь вот к русской народной песне. Лиз, вот скажи мне, пожалуйста, я этот вопрос часто задаю взрослым, вот, а, так сказать, вот вашего возраста, мне просто интересно, вот скажи, вот вы же все равно общаетесь в этом пространстве, которое называется интернет, да, всякие вот, да. WhatsApp, да. Всякие там Viber и так далее. Вот скажи, вот твои сверстницы, они вот, вот что ты слушаешь, вот ты лично? Ну, мне нравятся и народные песни, вот, как я пошла по направлению, и... Ну, современные. Мне тоже очень нравятся английские песни. Я тоже их иногда себе дома напеваю. Английские песни? Да. А вот кто для тебя, ну, например, из иностранных вот исполнителей является эталоном? Ну, я даже не знаю. Мне просто
услышала какую-нибудь песню, мне она понравилась, я пою. То есть ты не запоминаешь, кто ты исполнитель? Я запоминаю, но нет определенного. У меня просто все песни поют разные. Хорошо, а из наших советских вот исполнителей, русских, вернее, которые сейчас вот на эстраде? Ну вот, мне очень нравится, как поет Елизавета Антонова. Это, можно сказать, как кумир мой. Это которая... Она исполнительница народных песен, также... Из Воронежа, которая? Да, филармонии она поет. И она была у меня на программе лет так... 6 там назад, она уже, я думаю, взрослой стала. Она Гнесинку закончила, да, по-моему? Да. Надо, кстати, ее пригласить. Вот надо пригласить сделать так, чтобы и ты с ней встретилась. Сейчас с Ульяной тоже поговорим о ее кумирах. Лиз, какую сейчас песню нам споешь? Я исполню песню «Летела лебедка». «Летела лебедка». «Летела лебедка». Четко на боярский двор, на боярский двор. Слюбилась тетка, слюбилась лебедка на боярском дворе, на боярском дворе. Прижила себе тетка, прижила себе лебедка ровно семь. Акулину Степаниду, а седьмую Катерину душу Катяньку, Катеринушку. Прижила себе чичетка, прижила еще лебедка ровно семь зятьев, ровно семь зятьев. Ивана, Романа, Сидора, Степана, Тимофея, Елисея, до седьмого Алексея душу Лёшеньку, Алексеюшку. Ах, прижила себе чичетка, прижила себе лебедка ровно 27 внучат. Два Петьки, два Лёшки в окопах сидят, два на лавке сидят, два учиться хотят. Две Алёнки, зелёнки играются, две Анютки в люльке качаются, две Наташки букашек считают, две Катюшки в кадушке купаются, два Егорки в карагат собираются, два Ермахи на лавке отсыпаются. На столе стоит сметана, у сметаны три Степана. Обжираются, обжираются, обжираются. Гости! Продолжаем нашу программу. Следующий у нас эстафету будет Ульяна Синева. Ульяночка, такая скромная, скажем. Вот я задавал эти вопросы по поводу того, что ты слушаешь, вот, или ты вообще ничего не слушаешь? Нет, я слушаю. Слушаешь, да? Да, то есть ты в наушниках ходишь, так, как положено. Я слушаю современных исполнителей, также мне нравится, ну, достаточно, не то что старый по возрасту, а старый по поколению. То есть, допустим, его слушали и тогда, и сейчас. А конкретно, можешь сказать? Да, во-первых, Полина Гагарина. Во-вторых, Пелагея, Виктор Цой. Обожаю всем сердцем. Виктор Цоя? Да. Чем он тебе запал просто в душу, Виктор? У него такие искренние песни, они идут от души. То есть это не просто придуманный текст. Вообще интересно, текст. Я первый раз вот от такой девушки, такой барышни возраста слышав, что ей нравится Виктор Цой. Это же интересно. А еще кто из исполнителей? Ну вот Пелагея мне тоже очень нравится. Она очень красиво поет. Вот еще раз вопрос по поводу твоих сверстников, которые... ну у вас школа все равно как бы она немножко, так сказать, с углублением в творчество, да, получается? Да, у нас очень много разных секций. А вот есть ребята, которые вообще, ну, над вами, можно сказать так, пальцем показывают, скажем? Нет. Вот... Нет, да? У нас в классе все очень друг друга уважают. Да? Вот... Лиза, у вас такой школы нет в Анапе? Когда я
исполняю там перед классом какие-то песни, но особенно в начальной школе много исполняла. Вот с хором приходили, тоже исполняли. Ну, девочки слушают, ну, некоторым даже нравится, а мальчики, ну, так, подсмеиваются. Подсмеиваются? Да. А что они говорят? Просто смеются, пока мы поем. Вот мальчики какие, не смейтесь над девчонками. Девчонки от души для вас поют. Ульян, что ты сейчас нам споешь? Я спою, наверное, «Гори-гори». «Гори-гори». Для вас, пацаны. В эфире русский народный телеканал «Жар птица», программа «Гости», ведущий Валерий Семин. Вот две очаровательные барышни в гостях у меня сегодня, одна из Москвы, другая из Анапы. Лиза, у меня к тебе вопрос. Вот скажи, ты когда учишь песни русские народные, да, вот которые ты поешь, сколько у тебя в репертуаре их примерно? Ну, на протяжении 7 лет я пела, наверное, около, ну, 15, может, 20. 15-20? Да. А вот ты как их учишь? Вот на слух или ты ноты знаешь, да? Да. Я играю, ну, на фортепиано, на балалайке. Ну да, ты играешь. Ну, да. Мы-то не знаем, что ты играешь. На фортепиано и на балалайке? Да. Но на фортепиано это общее такое, для общего развития, да, а балалайка да. Почему? Ну, в музыкальной школе добавили после 4 класса. Так там добавляют по желанию, то есть гитара, ну, там еще, да, скрипка, там да, флейта. Гитара, балалайка, либо аккордеон. Домра, не гитара. То есть гитара, скрипка, то есть гитара, балалайка и аккордеон. Тут балалайка самый легкий, Дом. Получается. То есть много не таскать, он не тяжелый инструмент, да? Из-за ну, этого? Да. Из-за этого выбрал? Ну, вообще... Ну, просто больше по душе балалайка пришлось. По душе, да? А кто у тебя в семье балалайки играет? Никто. Кто? Ты будешь первый. Да? А вот смотри, вот когда ты учишь песни, ты слова переписываешь их, ну, распечатываешь их? Нет. А как? Я, ну, у меня песни запоминаются как на слух. Мы вот поем там в классе, и у меня запоминается. А вот ты как их запоминаешь? Просто вот, ну... Просто вот... пою, и у меня запоминаются слова. То есть ты не вдаешься в смысл? Не... Ну, вдаюсь в смысл вдаешься? Тоже. А вот если сравнить, ты же слушаешь там... Ты Полину Гагарину, кто из вас нравится, да? Вот взять, например, я ничего не говорю, просто объективно так вот. Есть... так сказать, тексты какие-то, да, вот, современные, да, и ну, есть да. тексты русских народных песен. Вот ты лично чувствуешь какую-то разницу, есть для тебя или нет? Ну, да. А вот в чем она? Это такой глубокий вопрос, между прочим. Ну, серьезно. Тексты современных песен могут содержать лексику, которая, ну, не совсем уместна. Так. А народные песни, они... Ну, в них просто нет такой лексики, в них все прилично. Но только разве дело только в лексике? Ну, на разных языках, допустим, ну, народные песни отличаются даже от русских.
там, словами. Могут быть какие-то кубанские там слова в песнях. Я хочу спросить, смысл, вот, понимаешь, такой смысл, да? Да. То есть в народной песне о чем-то говорится, да? Да. Вот. Ну, зачастую там о любви поется, о том, как... Ну, о любви же все по-разному поют. Да. Вот что вот для тебя особенного? Вот я, извини, что это докапываюсь. Просто мне очень важно понять вот ваше поколение, потому что вот лично я считаю, что в русских народных песнях, которые ты исполняешь, да, в них есть глубокий смысл. Может быть, какой-то юмор, может быть, там в веселых песнях. Но вот то, что сейчас Ульяна пела, вот такую лирическую песню, там, наверное, все-таки что-то кроется, да? Mm. Ну вот давай, рассказывай. Как на уроке тебя спрашивают литературы. Вот. Ну вот, допустим, народные песни, вот что делали люди, то и пели в них. Это было у них как развлечение. Вот, допустим, пашут они поле и поют про это же, что они работают в поле. Вот. Вот песни есть тоже у меня, где пришел казак, как не... Ничего страшного, давай. Пришел казак, куда пришел? Домой? Пришел казак к девушке домой, она ему нравится, зазывает ее на улицу выйти с ним погулять, и она ни в какую вот отказывается. То есть, что делали, то и пели. Хорошо, что делали, то и пели. У нас, так как вы сегодня обе как бы, и сначала с тебя начнем, то есть ты скажешь нашим зрителям, потом песню споешь, потом Ульяна. Вот у нас такая традиция есть, мне кажется, она очень хорошая, пожелать нашим телезрителям вот все, что ты захочешь. Вот твоя камера туда, пожелай, а потом споешь песню. Дорогие зрители русского народного телеканала «Жар-птица», я хочу пожелать вам здоровья и счастья. Если будет здоровье и счастье, то значит все остальное тоже будет. Вот так говорит Елизавета Козлова. И, Лизочка, песню. Я буду исполнять песню «Кубань-речка». «Кубань-речка». Поехали. Девочка, я
Продолжаем нашу программу «Гости». Я хочу теперь обратиться к Ульяне Синевой, москвичка. Ты в Москве родилась, да? Да. То есть живешь где? Да, тоже в Москве. Тоже в Москве. Да. Путешествуешь по миру с народными песнями? Частично. Частично. У тебя в телефоне там забиты какие песни, кроме Полины Гагариной? Разные. Разные, да? Какие-то популярные, какие-то не очень, какие-то понравились. А тебе рок нравится? Частично. Что, все частично. А что из рока тебе нравится? Мне нравится Нирвана. Не уверена, что это до конца рок, но это что-то из этого. Да. То есть девушка-философ. А вот скажи, вот когда ты... Я уже спрашивал тут у Лизы насчет того, что когда ты разбираешь песни народные, да, ты их учишь. Вот она, например, на слух, да? А ты, я вот, чтобы запомнить слова, да, и чтобы как бы вникнуть в смысл, я их всегда, ну, распечатываю, в смысле, когда сам, или лучше всего писать от руки. Просто я знаю, например, есть такие люди, вот смотри на меня, они им пишут, ну, в интернете, да, какие-нибудь там, понравилась песня, можете мне прислать слова? Я всегда отвечаю так, вот, что возьми ручку, в конце концов, или напечатай, потому что когда человек сам печатает или пишет от руки, он вникает в смысл. Вот для тебя смысл песен есть вообще в народных? Да, конечно, смысл есть, потому что люди, они поют тогда, когда им хочется, когда есть на это причина. Возможно, они просто так поют, но очень часто пели по праздникам или когда горевали. Поэтому в них заложен смысл именно этого события. Если они влюблены, они поют про любовь. Вот, Ульяна, вот еще раз хочу спросить. Вот то, что говорила Лиза, что как бы песни раньше пелись, ну, как бы на злобу дня, да, о чем вот люди горевали, о чем тосковали, о чем веселились. Ну, сейчас же, собственно говоря, то же самое, да, или язык немножко другой? Иногда, да, есть песни, которые имеют какой-то смысл, но достаточно часто появляются песни, в которых вообще нет смысла, просто набор слов. И ты их не слушаешь? Когда как? А вот почему? Иногда просто либо от исполнителя, который мне нравится, и песня просто красивая. То есть из его уст ты готова слушать все, что хочешь. Да? И кто этот исполнитель? Очень много исполнителей, которые я слушаю, и определенного нету. Просто если мне понравилась песня этого исполнителя, он спел ее в следующий раз, она может понравиться и нет. А вот скажи мне, пожалуйста, ты же говорил, да, по поводу Пелагеи, да? Вот. А вот кого бы ты... Давай мы не будем вот ее упоминать, а вот кого бы ты хотела бы... Вот, может быть, мы сделаем такие сюрпризы для начинающих наших звездочек, вот как Ульяна и Лиза. Блин, кого бы ты хотела видеть вот в этой студии, чтобы ты с ним вместе с этим человеком спела? Пелагея. Пелагея, да? Ну, значит, придется приглашать вас. А, Лиза, а ты бы кого хотела видеть? Ну, наверное, Елизавету Антонову. Короче, Елизавета Антонова и Пелагея. Ждите приглашения на телеканал «Жар птица». Я думаю, что иначе девчонки просто расстроятся и бросят петь песни русские народные. Да нет, они, конечно же, не бросят, потому что в ваших глазах есть любовь, и она вот прям вот передается мне и нашим телезрителям, потому что когда вы поете, у вас действительно все это от сердца, от чистого идет. Поэтому... Ульяна, у нас такая традиция, Лиза уже сказала, добрые слова в адрес наших телезрителей и потом песню. Желаю вам удачи, здоровья и счастья. Главное – это здоровье, конечно, потом счастье, удача. Остальное все придет, если будет надо. О как! И песню. «Возле речки». Возле речки, возле мосту трава росла. Возле речки, возле мосту трава росла. Трава росла шелковая. Трава росла шелковая. Эх, шелковая, муровая, зеленая.
такого, встретить гостя дорогого, встретить гостя дорогого поспешала, встретить гостя дорогого поспешала. Это кто там? Гости! Программа Валерия Семина.